Ми завершили ділянку по Екатеринівській між вулицями Новощерпневий ряд та Пантелеймоновський. Я хочу, щоб ви подивились та дати доручення подальше, що робити подальше. Хотів би вам напомнити, як це було раніше, як ми збираємося або не збираємося вже. Будемо жити по-другому, в іншому просторі. Я имею в виду, общественное пространство должно быть благоустроенным, соответствующим нашему прекрасному городу. Я чому звертаю вашу увагу? Тому що дуже швидко ми забуваємо. Що дуже швидко ми забули, як от приблизно таке ж, в два рази, мабуть, хуже було на Старосіновій площі, де обходили стороною гості нашого міста. Та й одесити побоювалися там ходить, а некоторые не просто боялись, а просто противно было там перемещаться от этих запахов, от того, что там было. Я помню хорошо, как мы это делали, сколько мы выслушали проплаченных репортажей, увидели и так дальше. А это улица Екатерининская. Мы могли бы еще показать Новощерпневый ряд, каким он был недавно. Напомнить, как Одесса жила еще два года тому назад. Именно на этих улицах, я имею в виду. Работа маленький отрезок, маленький участок, квартал. Но работа, которая там проведена всеми подразделениями, очень серьезная и непростая. Тобто, якщо казати з точки зору мобільності, я вже неодноразово це слово кажу, а мобільність – це в першу чергу зручність, то зручності не було ні з точки зору транспорту, ні з точки зору пішоходів. Тобто вулиця була повністю хаотично розвивалася, була несанкціонована торговля на проїжджій частині, несанкціоновано запарковані автомобілі. Ми провели, скажімо так, оптимізацію схеми організації дорожнього руху, тому що там цей відрізок шляху, він був повністю непроїжджаємий. Тобто ми спланували простір так, що у нас є, по суті, дві смуги, які проїжджаємо, та дві смуги для громадського транспорту. Ми забезпечили безпечний рух пішоходів, також були організовані смуги для руху громадського транспорту. Вони були організовані так, щоб не було можливості, скажімо так, припаркувати там якось там несанкціонований транспорт. Там ще не закінчені роботи з пішохідною частиною, тому що пішохідна частина буде відокремлена від проїжджої частини огороджуючими конструкціями. На цій ділянці вуличної дорожньої мережі ми запропонували нові рішення, такі як островці безпеки, такі як делініатори, тобто ви бачите, що ми виділили смуги громадського транспорту. Зараз планується після того, як проїжджа частина вже завершена, зараз тривають роботи щодо благоустрою, тобто планується організація пішохідних доріжок, тротуарів. Там, як ви сказали, буде знесено ще декілька торгових... Там це, Сергій Миколаївич, не декілька, а там порядка 80 торгових таких павільйонів. От ви бачите на картинці, яка знаходиться справа, в углу, справа, смотрите, дивлячись на екран, зелені криші отакі, оце все має бути знесено та наведений такий порядок там. Благоустроєна зона общественного простору, благоустроєний, якусь частину павільйонів нового типу, отакі з маркізами, вони залишаться, але їх буде втричі менше, ніж вони є зараз. Пішохідна зона буде порядка 4-5 метрів. І ми плануємо, як ви бачите, оці зелені такі кружочки зверху на схемі. Це буде висаджені білі акації, які ми плануємо висадити там, коли це буде можливо. Це нам говорять, Юніс, коли ми висаджуємо? Юнис Баранов, руководитель Зелентреста. Да, добрый день, Геннадий Леонидович. Мы планируем с начала октября
уже планируем высадку по всему городу. 1000 акаций, акция, которую вы... Ну, 1000 акаций, это мы высаживаем. Здесь будет порядка, мы считали, порядка 40-50 штук. Я вас прошу подготовить, потому что мы будем высаживать не маленькие саженцы, а уже какие, дайте характеристики, какие саженцы? Мы будем высаживать саженцы не меньше, чем 3,5 метра высотой. Им порядка 12-13 лет. То есть это крупномеры, которые уже прижиты, и они будут комированы. Значит, посмотрите, пожалуйста, я вас прошу туда выехать на это место. Вы промерите, и уже сегодня, пока там идут благоустройства пешеходной зоны, не затягивайте, с сегодняшнего дня. Чтобы была разметка, где, я имею в виду, лунки эти установить, потому что здесь немножко не точно, не будет такой зеленой дорожки, как находится слева в картинке, будут сделаны лунки. Отметьте вместе со строителями, вернее, те, кто делает пешеходную зону, эти лунки пометьте. И начать нужно не только с Екатерининской, после Пантелеймоновской, но еще и до Пантелеймоновской, где заканчивается последнее дерево по улице Екатерининской в сторону Щипного ряда. Там есть деревья, которые уже давно там не растут. Начнем оттуда, дальше и по левой, и по правой стороне. И посмотрите, там меньше пешеходная зона, но где возможно, и по Новощипному ряду. Продумайте. И самое главное, дайте свою оценку, что нужно. Если лунки, пока там есть техника, значит, может быть, нужно там больше, потому что там, вы же понимаете, такая грунт, не знаю как. Может быть, надо больше чернозема туда выкопать, лунки глубже, и немножко там как-то удобрение, чернозем. Но я не специалист в этом вопросе. Поэтому посмотрите, пока идут работы, чтобы мы потом не ковыряли уже построенную пешеходную зону. Спасибо. Дальше, Сергей Николаевич. Я хотел бы подчеркнуть еще одну важную деталь. Эти работы были проведены совместно, скажем так, заинтересованным бизнесом, то есть завнебюджетные средства. То есть город, по сути, восстановил только асфальтобетонное покрытие на этой проезжей части, привел в порядок, скажем так, разметку и подготовил предложение по организации дорожного движения. В свою очередь представители торговых центров «Остров» и «Привоз» взяли на себя полностью весь комплекс работ по благоустройству пешеходной зоны. Кроме того, если вы помните, там были несанкционированно нарезанные карманы. По сути, как бы представители этих структур эти карманы убрали, то есть мы восстановили единую линию. То есть для города это такой хороший показатель, когда и бизнес, и город совместно наводят порядок и делают, скажем так, наши улицы удобными в первую очередь для людей. Что стосовно парковок, це окреме питання. Остров, я думаю, вже найближчим часом закінчить парковку на 300 машин. Перші 2 години в цьому торговому центрі парковки на 300 машин, як ми вчора, позавчора, ми провели такі перемовини і домовилися, що перші 2 години будуть безкоштовно. Безкоштовно. Тобто для того, хто приїхав туди на Привоз, або там торговий центр, або якісь інші магазинчики, щось придбати, він безкоштовно 2 години може оставити свою автогатівку та піти щось купувати. Що стосується, поряд знаходиться також побудований паркінг, який будувався як паркінг, але частина таких метрів була віддана там під торгівлю. Но залишилось, як мені доповідають, десь 100, чи більше 100 парковочних місць також залишається. Привоз організує парковку зі сторони вулиці Пантелеймоновської, зі сторони Преображенської, Новощипний ряд, на території Привоза. Для тих мікроавтобусів, які привозять там якісь там товари або торгують там оптом, парковку більше, ніж на 200 машин. Тобто тому ми вважаємо, що досить таких парковочного пространства на цьому кварталі. На що хотілося б звернути увагу? Я прошу всі наші служби заступників, особо це стосується департаменту благоустрою, я прошу вас з заступниками, це Михайло Ліч, Дмитро Олександрович, Сергій Миколаївич, що треба зробити? Є не менш проблематичний учасник.
от улицы Пантелеймоновской до новощепного ряда по улице Преображенской. Там, где, вы знаете, стихийная торговля, это она была испокон веку. Торгуют всем подряд, от одежды, рыбы, раками, креветками, не креветками, а рачками и всем, все, что с этим связано. На улице такое, как маленькая такая площадь, не знаю, как ее называют, ну, такое большое пространство, где Мечникова, новощепной ряд, Преображенская, находятся маловертикутурные формы. Наши договоренности оттуда уберут всю торговлю. На них есть документы, они убирают торговлю всю овощами, и там остается торговля, та, которая позволительная, чтобы не было там перекидок этого товара оптового на детских улицах. Я прошу всех, вот, чтобы мы с вами в ближайшее время, когда закончатся работы по улице Преображенской, основные они, показали одесситам, показали жителям нашего города, как мы наведем вот такой же порядок там, с такой же разметкой, с островами безопасности, с запретом стоянки и остановки всякого транспорта, для того, чтобы общественный транспорт, трамваи проезжали беспрепятственно. Это наша задача на ближайшие 2-3 месяца. Это не просто сделать. Если для кого-то кажется, для этих фейсбучных героев, писателей, для них кажется, что это просто. Когда начинаешь сталкиваться, особенно когда слушаешь аргументацию людей, которым сегодня негде работать, и они хотят зарабатывать, и от хорошей жизни они идут и становятся работать и торговать на одесских улицах, то никакими там репрессиями или силовыми способами порядок не наведешь. Нужен диалог и нужно с пониманием относиться к тем предпринимателям и создавать им в имеющихся, на имеющихся рынках возможности торговать. С учетом того, что владельцы рынка, чтобы не поднимали ту арендную плату заоблачную, при нормальном понимании этих вопросов может достичь результата. А те, кто не хотят, потому что это есть и такие, они просто не хотят, вообще не хотят платить. Они прямо говорят, на одесских улицах, кроме того, что с нас там кто-то крышует, кто, не хочу сейчас поднимать эти вопросы, с этим мы разберемся. Больше платить никому не надо. Это очень сложный вопрос, но мы, если возьмемся, мы его решим.